Ну вот, ровно, 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 ровно начинается развод караула, начинается какое-то движение, выходит офицер, и сейчас пойдет процесс развода караула, судя по всему. Мы, по крайней мере, на это очень сильно надеемся. Так, все замерли, смотрят друг на друга. Они должны преисполниться доверия друг другу, ведь они же будут стоять на часах, и все их надежды будут только друг на друга. О, наконец-то наш основной герой, замерзший, замер, а его коллега продолжает ходить вокруг своей будки. Первый раз прозвон пошел. Бамс. Помогите, кричит там, помогите, 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 и... Все ребята собираются вместе. Взяли, расслабились, ноги на ширине плеч. И... Нет, действие переносится с движением офицера. Пошел, 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 пошел. Смотрим дальше. Штык. Достали, вылемкнули. Ух. Готовься. Хоть на праву. Нет. Вот. Осматриваем, смотрим, осмотрим. Да, женщины в строю, кстати. Вот тебе и эмансипей. Королевские гвардейцы, шведы, женщины. Корнет, вы женщина? Классическая фраза, между прочим. Разворачиваемся и... И пошли, 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 пошли. Auflösning! Разводящий идет, похоже, дальше. Встречается два разводящих. Капитан, первая группа, третья обвязка, клот, утгё. Капитан, вторая группа, третья обвязка, клот, утгё. Утгё. Йо, капитан. И офицер с караульным продолжает поход. Северная страна, сапоги не стучат по брусчатке, приходится стоять в валенках, холодно, но тем не менее все достаточно торжественно и интересно. Пришествий не было, все в порядке, завертка как собака, хочу в казарму. Не вопрос, иди в казарму, отдыхай. Я тут постою, за порядком посмотрю. Окей, договорились. Меняемся местами, в лицо друг другу посветили. Маша, пока, я пошел. Так, ага. А, секрет, секретный, самый, большую королевскую печать передал. И пошел, 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 пошел.
и пошли менять следующего. Ну что ж, на этой радостной ноте мы должны прервать наш репортаж и отправиться на погрузку на паром. Сейчас посмотрим, что происходит еще здесь. Ага, и офицер тоже пошел за ними. Ну и мы пойдем к ближайшей станции метро, чтобы начать погрузку на паром. И покидаем гостеприимную Швецию. До весны, до следующего приезда. До свидания, Швеция. Удачи, служивый. Спокойной тебе службы.